Так, ребят, ну я уже тут 5 минут 40 секунд нахожусь. И, как смотрю, ничего до сих пор не изменилось. В чате вроде были русские, но почему-то они не отвечают. Наверное, все-таки у них не изменилась карта. Все-таки наблюдение идет за мной. Но сейчас посмотрим, сколько вообще игроков осталось. Так, смотрим, игроки те же остались. Интересно, у них другая карта или какая? Ну, я тут пытаюсь еще где-нибудь 4 минутки постоять. Просто интересно, что-то изменится. Я найду секретную концовку. Ну, как смотрим, у нас тут по стенам да ничего нету. То есть я не могу там по зеленому проходу. Хотя, если честно, я хочу немного туда пойти. Но после 10 минут. Вот закончу 10 минут, когда я пойму, то, что ничего нету. Ну, я надеюсь, что что-то произойдет. То тогда я и попробую туда-сюда походить. Ну, ладно. Я продолжил дальше ждать. Я продолжу, да. Кому нужно доказательство, то, что я реально тут сидел 10 минут, то переходим по ссылке в описании на видео. Да, там я не буду ничего монтировать. Вот реально там. Просто музыку вставлю. Да. Ну и как бы это будет доказательство, что я реально тут сидел 10 минут. Это никакой не монтаж. Никакой не монтаж. Так, ну а я продолжу тут сидеть дальше. Кстати, хочу сказать, то, что пробел тут не нажимается. То есть у нас мы прыгать тут не можем. Не можем, я сейчас реально нажимаю на пробел, а у меня не прыгается. Значит, тут какая-то невидимая стена, наверное, сверху. Скорее всего. Так, а что это у нас наверху? Я никогда, кстати, не смотрел наверх в этой карте. У нас какая-то луна, значит... Ну, понятно. Короче, я продолжаю эти 2 минуты сидеть. Так, ребят, ну это последняя минута. Я ее хочу на самом деле провести с вами. Ну, как я уже смотрю, как будто бы мне кажется, то, что ничего не изменится. Потому что я тут уже нахожу 9 минут 20 секунд. Ну и так ничего не изменилось. Но мне вот реально интересно, у других людей началась уже другая там какая-нибудь карта? Или же они наблюдение? Но мне кажется, второе наблюдение, потому что... Ну, меня бы, если бы началась там карта, скорее всего, просто перекинула бы. Но я вот этого и жду, чтобы меня перекинуло, скорее всего, ну или что-то. Мне там дали награду, типа, вы прошли секретную концовку. А на данный момент, сегодняшнего числа, 27.05, всего 2, которые прошли. И скажу, это не люди, это разработчики. И вот наша 10-я минута... И добавилось освещение. Ладно. Освещение, конечно, добавилось, но... Это ни на что не повлияет. Хотя давайте еще немного подождем. Давайте вот еще немного подождем. Буквально капельку времени. Ну... Ну ладно. Не пытаюсь все-таки туда пойти. Мне вот реально интересно. Меня куда-нибудь туда или сюда тпшнет. Ну не знаю. Я помедленнее буду идти. А там стена-то. Понятно. Тут тоже, что ли, стена? Да, тут стенки. Стенки, понятно. Тут стенки, смотрите. Я первый, кто это нашел. Это тут стенки. Да, это серьезно, стенки тут. Понятно. Ну, мне кажется, уже я ничего тут не найду такого интересного. Ну, есть вариант тут еще 20-ю минуту посидеть. Ну, ребят, это все ради вас. Все ради вас. Если вы не оцените этот ролик, ну, я вам просто... Я на вас сильно разозлюсь. Потому что я тут 20 минут сижу просто так 2... Ой, то есть 11 минут, и сейчас попробую 20-ю. 20-ю.
Для вас пройдет буквально, может, минуточка или секундочка, но для меня реально пройдут 9 минут. Ну, точнее 8. Ну, а я погнал. Ребята, а я тут уже 19.54, 19.55. Я тут уже нахожусь около 20 минут и... 20-ю минуту ничего. Но, если честно, мой пукан уже не выдерживает только дождать. Ну и я все равно хочу как-то эту концовку найти. Ну, чувствую то, что я ее так не найду. Но я уже не выдержу, если честно. Я хочу, не знаю, плохую к Патате, хорошую к Джорджу. Ну, не знаю. Я думаю, игра там скажет, время ожидания закончилось, там интермиссион и всякое такое, но, увы, ничего такого нету. Да, вот. Я вот это вот сделал, не поленился все-таки. Мы проходили с ребятами какими-то рандомами. Но все-таки я понял то, что это ложь. Еще я хочу проверить кое-что. Сейчас был Мурдер у нас 20 минут назад. Не это Электро. Ну и я, наверное, все-таки выберу плохую. Плохую, не знаю зачем. Я больше люблю хорошую все. Но, увы, я в этот раз выберу плохую. Плохую. Но все-таки как-то я к Патату не хочу идти. Потому что он нас хотел уничтожить, но что поделать? Ладно, иду к Патату. Complete planned bad ending. Мистер Пиви, can't leave. Мы не можем уйти с тобой. Идем с нами. Шахрис 9, да. Все-таки это там. Та Пиги. Ну, сейчас реально вот интересно. Так, Пиги. О, кстати, это картиночки эти. Картиночки, Пиги. Чё? Я не знаю почему, но это... Она вилла через дубинку своей. Wait by me, Toon X3S. Понятно. Но я просто не выдержу уже. Тачка. Пока тачка. Sprinting by Mini Toon. Ну, все, Mini Toon, я знаю. Создатель Mini Toon. Я это знаю. Галери. Ну, понятно. Давайте нам побыстрее. Надоело. Но я не хочу эти все тизеры смотреть. Понятно. Ну, давайте побыстрее там. Реально побыстрее хочу. Побыстрее. Так. Мадам Газель своей в садике. Ну, давайте. Мне уже, если честно, надоело. Так, ну, мне надо посмотреть, интермиссион будет или нет. Боже мой. Что с доктором этим? Давайте. Ну, серьезно. Понятно. Пиги, ой. Банни, что-то с ней не так. Oh, for you to stay. Клоун. Да. Мистер Картошка! И шо? Грандма Пиги Путин. Что такое Путин? Понятно. Так. Билли модел by Tenus Flare. Ну хватит уже. Мы с вашими титрами уже 3 минуты. Special thanks to you, Шахризи. О, вот это вот уже спасибо. Что с вертолетом будет? А, ничего. The end, ну наконец-то. The end, надеюсь, все же. Да, интермиссион. Стоп, чего? Шляпа? А как я живой? Меня же вроде-то убило. Штукенция. Я на самом деле думал, меня убьет тот, кто был... Какой скин был за этого Мурдера.
И все-таки я был прав. Интермиссион уже прошел. На этом все и всем пока.